Львов снова утопает в мусоре. В некоторых районах отходы не вывозят больше месяца. Мэр Садовый даже намерен ввести в городе чрезвычайное положение. Все подробности знает Галина Якушко. Львовский институт банковского дела. Здесь около 1500 студентов. Часть из них из-за рубежа. Этот корпус расположен в километре от центра города, на улице Вячеслава Черновила. А вот что во дворе учебного заведения. С Нового года. Дивіться, що робиться. Мусор сюда сносят с ближайших предприятий, ресторанов и жилых домов. Кучи уже почти достигли окон первого этажа. Нам сразу сміття. Неможливо відкрити вікно, якщо його відчинити. Зараз відчуєте запах. Неможливо вчитися. Ну, запах заважає думкам сконцентруватися. Сразу напротив института Шевченковская райадминистрация. Идем к главе Александру Удовенко. Интересуемся, не мешает ли ему тонна мусора напротив кабинета. Но на рабочем месте его нет. Находим Удовенко в сессионном зале Львовского горсовета. Говорит, увиденное нами количество отходов – норма для Шевченковского района. Дворику я знаю. Таких и 85 майданчиков в районе. Не лучшая ситуация с вывозом мусора и в других районах Львова. Половина контейнерных площадок в городе доверху завалена отходами. На улицах скопилось уже 7 тысяч тонн мусора. Сегодня мэр Андрей Садовий созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы снова просить о помощи. Звернулися до голови державної комиссии премьер-министра, до голови нашей областной комиссии Синютки, про то, что меморандум, на превеликий жаль, не виконується. І ми проінформували всі служби, щоб бути готовими до наступних кроків. А наступний крок – це ініціатива оголошення надзвичайного стану. Це може приймати тільки держава таке рішення. Офіційного відповіді меру поки не послідувало. Галина Якушко, Юрій Голубінко. Подробності телеканал «Інтер Львов».